Рада, что ты вернулся. Мне нужно немного времени, чтобы привыкнуть. А ты должен вернуться туда. О, боже. Ты был всештатным игроком в Риверсайде 2 года подряд? Да, сэр. Многое изменилось. Тот мальчик — это Сэм. Его мама уехала, и он живет у нас, пока она не вернется. Ты же знаешь, что ты мальчик, да? Да. 29 января. Вы знаете, когда вернется моя мама? Ему придется влиться в систему. С этим ребенком что-то неладное. За что тебя посадили? Неважно. Что было, то было. Но посмотри, что было сегодня. Послушай меня. Дети идиоты. Особенно, когда видят то, что не привыкли видеть. Ты преступник. Вот кто. И тебе нельзя присматривать ни за каким ребенком. В мире столько вещей, на которые ты способен и не способен. Сколько мальчиков ты видишь в этом шоу? Ни одного. И что это тебе говорит? Что я могу быть первым. Сладость или гадость? Привет, бери конфетку. Джастин Тимберлейк. Правда в том, что я не считал себя хорошим в чем-то, пока не появился Сэм. Шелли вернулась. Убери руки! Эй! Эй! Что? Тебе что, приключений на задницу мало, да? Палмер! Я не смогу оставить этого мальца. И я его не оставлю. Слышал, у вас на днях было чаепитие. О, да. Осторожно, Палмер, он горячий. Мизинцы, пожалуйста. Да. Хороший.